продолжение Сисакет музея, я так понимаю, на противоположной стороне дороги. Вот 300 обычный и черный, сразу два сорта, круто, вместе растут, так сразу очевидно. Возвращаемся с Голубой лагуны. Мы когда сюда шли, вчера мы купили грейпфрут большой, и там столько было семечек, что мама просто по дороге их раскидала. И лаосская земля настолько благодарна, что сейчас мы идем обратно и видим, растет усыпанное дерево тоже каких-то мелких грейпфруктов, не такой большой, как вчера мы упали. И мы просто с полу собрали, и вот идем, едим по дороге. То есть земля лаосская нам благодарность дала фрукт за то, что мы раскидали семена. Ну, пожалуй, на сегодня, может быть, даже последняя пещера. Вот, мама уже не пошла, осталась. Говорит, не пойду, потому что она, говорит, со мной была, я сидела у подножия только горы. Вот, ну а здесь вход 10 тысяч. Ну, ей плюс еще стало деньги жалко. Она говорит, я вот лучше тебя посижу на входе. Забрала рюкзак, а я вот иду по тропинке. Странный такой вход в пещеру, интересный. Прямо на перепутье двух дорог. Но здесь, скорее всего, нет входа. Вот, ступенечки такие интересные. Ну и стрелка кажет. По сути, я сейчас иду по каким-то джунглям. Красота. Вот, одна я такая. По джунглям. Ищу пещеру. Во, вообще такой экстрим. По такому вот бамбуковому мосту идти. Офигеть. Колокольчики как звенят. Прям музыка. Прикольно. Вот. Чуть-чуть еще осталось, и все. Кстати, вот сколько мы вот здесь пока ходили, гуляли, как это же, джунгли, ни одной обезьяны. Либо их съели в голодное время, в бомбежку, либо они совсем убежали куда-то далеко в джунгли. Ну вот какая-то уже развилка. Тут уже все, билеты начались. Значит, мы туда не пойдем, к сожалению. Вот, тоже 10 тысяч. Пойдем вот туда. Там, что это у нас там написано? Тоже какой-то viewpoint. Вот где раньше жар-птицы-то обитали. В Лаосе. Раньше, судя по всему, были человеческие жертвоприношения. Вон, череп держит на палке.
огромные коктейли. Называется убийца так убийца. Happy hours. Крыша нашего беседки. Поскольку это ночная набережная, вечерняя, то днем тут вообще никого нету, кроме нас.